Приветствую всех на своем канале, с вами Маркел Борис, специально для своих подписчиков, специально для своих друзей, которые ищут заработок в интернете. Я показываю новый вид заработка, и я вам сейчас хочу представить вот такой вот сайт. Сайт мне посоветовал один из знакомых, ну, по крайней мере, проверить. Что это за сайт? Это сайт микрозадач, то есть что, как здесь можно заработать. Это исполнитель «Делитесь постами», ставьте лайки, вступайте в группы. То есть все достаточно просто. Если вы рекламодатель, здесь цены от 1 рубля за выполнение самого простого задания. Только живые люди, наши исполнители не роботы. Каждый из них прошел верификацию. То есть вот такая вот ситуация. Давайте будем регистрироваться. Я только что зашел. И мы пройдем регистрацию. То есть здесь все достаточно просто. Здесь вы указываете email свой и здесь имя. То есть будем делать так. Смотрите, я ввел свой email, ввел свой логин. И что я делаю? Я буду как исполнитель. Ставим галочку и нажимаем далее. Проверьте, что нет ошибок. Да, ошибок нет. Я не робот. Все верно. Все, жмем. Мы отправили письмо. Сейчас мы проверим нашу почту. Кстати, у нас здесь уже есть и пароль, и мы можем перейти в личный кабинет. Смотрите, пришло подтверждение, но письмо улетело в спам. Обязательно зайдите в папку спам и проверьте, подтвердите свой email. То есть нужно верификацию вот эту пройти и подтвердить. Все вам открыт, статус базовый. Смотрите, открывается у вас такая страница, и вы не выполнили еще ни одного задания. Можно начать прямо сейчас. Давайте зайдем. ВКонтакте я уже подключил. Давайте подключим Facebook. Правда, я не пользуюсь этой социальной сетью. Ну, так, на всякий случай все подключим. Страница у меня есть. Так, поиск задач. Мы можем подключить еще Яндекс, можем подключить Инстаграм. Обязательно нужно будет прийти вот сюда, подключить, сохранить все данные, уведомления, аккаунты. Ну, уже желательно вообще подключить все аккаунты, которые у вас есть. Давайте это все сделаем. В принципе, время у нас есть. То есть, чем больше будет привязано социальных сетей, тем лучше будет для вас. Давайте поиск задач еще раз. Все. Вот, смотрите. У нас теперь есть именно вот задачи. И посмотрите на цены, которые здесь можно получать. Регистрация на сайте и прохождение. Зайти на сайт, нажать на стрелку наверх по статье. То есть зарегистрироваться за минуту. Активность Telegram. То есть мы это все можем посмотреть, найти сайт в Яндексе. Смотрите, нашел простенькое задание. Так, у нас вот поставить лайк в Инстаграм, это вообще стоит 65 копеек. И подписаться в Телеграме, что предоставить в отчете, логин в Телеграм. Давайте нажмем выполнить задание. Так, если вы забыли, что сделать... Нужно показать, нажать. Смотрите, если вы забыли что-то, вот здесь ссылка показать. Нажимаете, переходите по ссылке. И сейчас нас, в принципе, перенесет в Telegram. Должно перенести. Нажимаем открыть. Открыть приложение. Так. Вот наше задание. Нажимаем подписаться, отключить уведомления, чтобы они вас не мучили. Все это мы закрываем. И здесь мы пишем логин в Telegram, с которого вы подписываетесь. То есть пишем логин.
Ну, вот так, наверное. Все, и отправить. Нажмем кнопки. На проверке осталось 72 часа. То есть, если у меня здесь это все сработает, я получу 99 копеек. Согласитесь, достаточно нормальные деньги за подписаться в Телеграме. Также здесь есть конкурс, есть финансы. Давайте перейдем в финансы. Внутренняя валюта, вывести. Посмотрим, куда здесь можно вывести. Сайт абсолютно пока новый. Вот, смотрите, здесь есть своя биржа какая-то, есть Киви, есть банковская карта и Яндекс.Деньги. Ну, на Киви, соответственно, процент такой немаленький, и комиссия на банковские карты тоже 9-9,5%, не менее 180 рублей. Ну, если вам не жалко терять деньги на комиссиях, соответственно, можете вводить Яндекс.Деньги, комиссия тоже 9%. По крайней мере, мы можем попробовать. Давайте посмотрим, что здесь за горячий конкурс. И номинация «Активный исполнитель». То есть, если вы активно будете исполнять здесь задания, вы выполняете любые задачи на сайте, когда вы получите оплату за заказы, вам начислится балл. Участники, набравшие наиболее количество баллов за время проведения конкурса, получат призы. Конечно, мы принимаем участие. И так, номинация «Активный заказчик». Также, если его заказчик поделится конкурсом в соцсетях, плюс 100 баллов к репосту, за репост каждому. Давайте, почему бы не поделиться такой прекрасной новостью. Тем более, здесь раздается 50 тысяч рублей. Отлично, отлично, замечательно. Вот, смотрите, здесь рейтинг тех людей, которые все это уже сделали. Активный заказчик, активный исполнитель, активный партнер. То есть у нас есть еще даже возможность сюда попасть и получить приз какой-то. Смотрите, первый приз 10 тысяч рублей, второй приз 5 тысяч рублей, третий приз 2,5 тысячи рублей. Вот так вот можно зарабатывать на сайте. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Кому интересно, заходите, регистрируйтесь и зарабатывайте деньги. Всем привет!